В Россию из Албании экстрадирован вор в законе Игорь Кокунов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Из Республики Албания в Российскую Федерацию в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России экстрадирован россиянин Игорь Кокунов. Он обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии, сказала Волк журналистам в среду. По версии следствия, фигурант с 1993 года имеет соответствующий негласный статус и определенную сферу влияния. В Москве он был признан так называемым «вором в законе», что позволяло ему контролировать деятельность криминальных структур на территории Российской Федерации, пояснила представитель МВД. В 2020 году в отношении Кокунова было возбуждено уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии. С августа 2023 года фигуранта объявили в международный розыск, после чего он был задержан правоохранительными органами Албании. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Чтобы получать уведомления о новых видео, нажмите на иконку колокольчика. Буду благодарен за вашу поддержку.